Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 70 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Длина прямоугольника 1 дециметр 2 сантиметра. Ширина на 10 сантиметров меньше. Чему равна ширина прямоугольника? Начерти этот прямоугольник, обозначь его. Давайте сначала длину прямоугольника выразим в сантиметрах. 1 дециметр 2 сантиметра. В одном дециметре 10 сантиметров. Плюс 2 получается 12. 12 сантиметров. Теперь узнаем ширину этого прямоугольника. Ширина на 10 сантиметров меньше. Чтобы узнать ширину, нужно из 12 вычесть 10. Получится 2. 2 сантиметра ширина прямоугольника. Запишем ответ. Ответ. 2 сантиметра ширина прямоугольника. Так, и теперь давайте мы начертим этот прямоугольник. Ширина 2 сантиметра, длина 12 сантиметров. Обозначим его А, Б, В, Г. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.